Как же нам повезло. Мы живем в очень хорошее время и в самой лучшей стране. Вот, например, в Санкт-Петербурге, как всегда, солнечно, и по-прежнему живет Боря. У него есть сын и жена, и друг Женя. Обычно Женя заявляется под Новый год, но сегодня только 1 декабря, и Боря спит себе спокойно и видит во сне розовых пони. Горели мы. Боря! Что же нам делать? Пожарные приехали вовремя, но сгорело все. Ну ты, Жень, не волнуйся. Да, как не волноваться-то? Как мне не волноваться, если я этих детей своих 10 минут назад из огня выносил? Женя. Что, сейчас ребенок в метро пойдет песни петь? Давай пой. По приютам я с детства скитался, не имея родного угла. Руку тяни. Жень, ну хватит. Ах, зачем я на свет появился? Ах, зачем меня мать родила? Да что вы, родные, живите у нас. Правда? Ну, Борян, ну, друг, давайте, заходите, погорельцы. Давайте, застилаемся и все. Буквально на кухоньке у вас ляжем. Пойдем, поможешь мне печку занести. Какую печку? Я же сейчас хлебом занимаюсь. Прикинь, 105 килограмм, а я вытащил, видимо, на адреналине. Ты сам, что ли, квартиру жил? Я? Нет. Форс-мажор. Давай, принимай. О, тяжело. Я Супер Егор, и это было как приручить папу. Что значит приручить? Пап, учись как надо. Папа уснул. Егор, ты совсем что ли? Ну что, пап, мы идем кредит брать? Да, купим себе машину. Это маленькая жизнь. Порость тихо подрастает на щеках. Порость. Это северный рэп с окраины. Меня в угол вчера поставили. Три вещи, за которые вам стыдно. Ремонт. Ну, как вы поняли, мы с папой уже 5-й год встречаем Новый год вдвоем. Но это не значит, что мы не прикольные. Значит, что мы ищем маму. Так что у каждого из вас есть реальный шанс. Если вы разрешаете ходить без шапки, у вас теплые и мягкие руки, а еще вы поете хорошо колыбельные умки. Короче, спойте колыбельные и пришлите нам. Я выберу. Мам, я тебя жду. А кого мы еще позовем? Пока одна половина страны мечтала встретить Новый год с мамой, а вторая половина подальше от нее, Борис мечтал, чтобы этот новогодний кошмар поскорее закончился. Борис, ну стульчак-то надо поднимать. С нами в доме, между прочим, женщины живут. Сахару-то навалил. У тебя так диабет будет. Тащи быстренько сюда мой топор. Да, и колоду давай. Кати ее сюда. В Новый год войдем. Со свежим хлебом, да? Так, ну, Борис, закрывай глаза, а то сейчас щепки полетят. Помолясь. А вам идет моя пижама. Помолодели. Не возражаешь? Я свою в стирку бросил. А вот штанишки твои мне жмут. Резинка натирает. Не могу носить. Скажите, а вы скоро? Уже завтракать пора? Господи, молчи. Я вам картошку нажарила с луком.
На завтрак? Конечно, она же на сале, не на масле. А я слопал и до обеда свободен. Знаете, подумал, хорошо, что вы приехали все-таки. Вот. Да? Да, еда всегда на плите. И Миша круг по пятницам. Главное, в парикмахерскую ходить не нужно. На, держи. Вот еще месяц поживем, и ты человеком станешь. Стричься будешь? Садись за рост совсем. Вы знаете, я потом. Куда пошел? Ну, как хочешь. А в это время в снежной Тюмени первокурсник Андрей, приехавший к маме на каникулы погостить и подкормиться, и не подозревал, что к их новогоднему столу спешит еще один гость. Ма. Мы пришли, а нас не ждали. Это кто? Вот, Егорка, пацаны, однополчане, с Владивостока прислали. Юр, я еще не сказала. А что ты тянешь-то? Че, они подростки, а? Давай. Знаком, представила и все. Познакомьтесь. Юра. Юрий, не знаю, как твое отчество. Как ваше? Высоцкого. Петрович. Потерянное поколение дебилов. Юр. А чего? Их зомбируют сейчас. Вас зомбируют. По телевизору сказали, что их зомбируют по этим, по ютубам. Конечно, они ж кумиров прошлых лет не помнят. Высоцкого забыли, Кикабидзе забыли. А Джона Рэмбо помнит. Это кто? Ох ты, сынок. Слушайте, а я могу вас уже папой называть? Хорошее чувство юмора. Ценю, вилку дай. Мы сейчас вместе за елкой пойдем. В лес. Как отец и сын. Слушайте, а мы, может, эту елку? Мне веточки есть. Вазочку поставим, и... А пойдемте. О, молодец. Это дело. Мужиком вырастет. Ну чего ж, на сборы тогда 2 минуты. О, как в армии. А вы кто по званию? Да уж не прапорщик. Че ты, я солила. Ты там с ним осторожнее, ладно? Ладно. Если надо, я его на елке на руках допру. Пожалуйста. Милая моя, давай, солдат, догоняй. Слушайте, а вы с нами на Новый год останетесь? Останемся. А что, возражения есть? Нет, просто спросил. Ага, ясно. Синяк откуда под глазом? Об дверь ударился. Ага. А что? Ничего, просто спросил. А что это мы в лес и без гитары? Спели бы это. Милая моя, солнышко морской. Солнышко лесное. Лесное солнце, понял? Понял. Вы вообще сами, наверное, сходите, а я пока к друзьям сгоняю. Правильно. Хорошая идея. За проявленную смекалку, солдатик, награждаешься марш-броском и саечкой за испуг. Слушайте, верните телефон. Телефон верните. Кажется, подружились. С облегчением подумала мама Андрея. А в гостеприимном Хабаровске папа Егора тоже надеялся, что его сын кое с кем подружится. Ведь, ну, обои-то давно пора переклеить. Переклеим? Егор! Ой. Познакомься, вот тетя Лариса. Ну, не такая уж я и тетя. Привет, малыш. Здравствуйте. А папа не говорил, что ты у нас такой взрослый. Какие у вас руки шершавые. Да? Ну, конечно. Зима ведь на дворе. А мамы были мягкие и теплые. Егор! Ларис, ты прости. Видишь, ребенок. Наверное, рано еще. Давай потом. Никакого потом не будет. С наступающим.
Егор, ну что это было? Пап, ну как ты не понимаешь? Она нам не подходит. Егор, ты пойми, нам не найти такую женщину, какой была твоя мама. А я найду. Найду. А за 8 тысяч километров от Хабаровска, в славном Нижнем Новгороде, актрисе театра юного зрителя Марине не надо было придумывать, с кем встретить этот Новый год. Нет, Олечка Михайловна, в этот раз не я буду. А вы же не знаете, Олечка Михайловна, у меня срок подходит, скоро рожать. Да. Заходи, Таня, развозь, я была не вылазь. Снегурочка очень хорошая будет, подружка моя. Сейчас, секунду. Кумрад, да вы лучше посох ничего не нашли, обои свои катать. Ну, Мария Николаевна, я же тебе предупреждал, что я уборщик, а не ремонтник. Давай бригаду вызови, да? Олечка Михайловна, да. Деда Мороза не знаю, но все очень хвалят. Да, не переживайте, все будет хорошо. Угу. Детки у вас Артем, Лиза и Коленька, да? Спасибо, да, Олечка Михайловна, спасибо. Фу, Тань, спасибо, выручаешь меня. А то у Снегурочки живут больше, чем у Деда Мороза. Ленька, пусть здоровье большой. Ладно, тебе спасибо. А, рожать ты в платный будешь? Хотелось бы. Ну, а денег хватает? Ничего, придумаю что-нибудь. Дед Мороз хороший? Ой, ты знаешь... Ну, опытный, нормальный Дед Мороз. Так, ну, в общем, деньги за костюмы я тебе после Нового года занесу. И поможем. Помогу, чем смогу. Тань, с наступающим. Ой, я без подарка. Ничего, ты так меня очень выручаешь. Ну все, погнала. Давай. Захлопни там дверь, ладно? Ага. Ну вот, Камурат. Красота, а? Ёлки, посох-то! Держи, Дед Мороз. Тань! Марина, привет. Ну чё ты, Тань? Прям не ожидала тебя. Ты другого деда не могла найти? А что... Ну, извини, я ему костюм не дам. Так, Марин, что ты спектакль-то устраиваешь? Я что, костюма не найду? Отдай, пожалуйста, костюм. Все, давай. Так, Марин, ты не так поняла. Таня искала, просто все Деда Морозы заняты. Но я же ради тебя стараюсь, чтобы народу тебе помочь. Ты же сейчас работать не можешь. Марин, ну будь ты профессионалом! Все я могу, Керчик. И народ заработать. И родить. И без тебя прожить. Фиг тебе, а не костюмы. Бывший жених Марины Кирилл так боялся ответственности, что сбежал несколько месяцев назад. А вот в морозном Новосибирске самый завидный жених Денис, травматолог первой клинической больницы, готовил себя к очень ответственному шагу. Ничего не подозревая, его постоянная пациентка Галя спешила к Денису на новогоднее дежурство. Они познакомились месяц назад, когда Галя впервые встала на сноуборд. И с тех пор только о нем, о Денисе, и думала. Прокуратура! Аула! Симулянт. Во время игры все-таки шлем больше не снимайте. Все, с наступающим. Угу. Здрасте, Галина. Как нога? Как рукой сняло. Вот вы сами посмотрите. Это вам. Спасибо огромное. Я как-то не очень, ну спасибо. Ну... Коть, привет. Прости, пожалуйста, я опоздала. За мной какой-то пьяный увязался. А, кстати, он служил в Калининграде. У нас оказались общие знакомые. Но я ему сразу сказала, у меня парень. Тебе, кстати, привет. А? От кого? Ну, от пьяного. Ты что, совсем меня не слушаешь? Ну-кать, ну-кать. Ты что, стесняешься? Ну, что тут у нас? Варикоз.
Что в ней есть такого, чего нет во мне? Пока Галя из Новосибирска искала ответ на этот вопрос, Егора из Хабаровска искали лучшие мамы страны. Но папа об этом еще не догадывался. По сообщению информационного агентства ТАСС. В сети набирает популярность трогательное видео мальчика из Хабаровска, который в Новый год мечтает не о новой игрушке или новомодном гаджете, а о маме. Егор, а ну-ка иди сюда! В канун Нового года вся Россия буквально сошла с ума от вирусного видео маленького Егора из Хабаровска. Ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи спи ты. Как можно не влюбиться в этого прекрасного ангела? Он так искренне мечтает о маме, да и папа у него ничего. Вы спросите, как Егор узнает свою маму, а она всего лишь должна разрешать гулять без шапки и каждый вечер петь ему колыбельную Умки. Мы опять отмечаем Новый год одни, с папой. Поэтому я решил сам найти нам маму. У нее будут мягкие, теплые руки. Каждый вечер мама будет петь мне песенку из Умки про белых медведей. Мамочка, я тебя очень жду. Ксения, 5 секунд до эфира. 5. 4, 3, 2. Да. Глядя на эту историю, так и хочется спеть маленькому Егору. И всю ночь соседи, звездные медведи, светят дальним кораблям. Мы желаем Егору поскорее найти свою маму. Привет, мамочка, привет. Привет. Ты что расплакалась? Да жалко его. Птичка ты моя, синеглазая. Ну, Ксюш, ну ты что, ну это ж фейк. Ну они просто лайки накручивают. А потом он запоет или там на коньках поедет. И потом они с папой его еще лет 30 капусту стричь будут. Ну хватит. Не знаю, я ему верю. Не похожи они на мошенников. Может, тебе папа его понравился? А? Ну что ты, давай езжай в Хабаровск, у тебя вон руки мягкие, согреешь папочку. Да прекрати, не начинай опять. Ладно, 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 все, 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 я не ревную, честно, все. Не ревную. Все, это, я маме позвонила, она долетела, вот, фотки прислала, смотри. Арку поставили, 3 фламинго из Шри-Ланки прилетят. Сочи, казино и курорт на Красной Поляне. Все, как ты хотела. Завтра мы идем тратить все твои, все мои деньги вместе. Телефон верните! Верну, верну. Нормативы сдашь и верну. А то вон НАТО к границам уже подступает. Вон, спины виднеются. А ты не можешь пукнуть самостоятельно. Я в твои годы 20-ку бегал в полной выгрузке. А по ночам девкам спать не давал. Визжали. Ага. От ужаса. Давай, давай. Носом дыши. Дайте... Воздух ртом не хватай. Через нос. Вон, до сосен. Добежишь и сразу отдам. А у нас впереди еще с тобой отжимания, березовый слалом. Побегаем с тобой, покружим. Ты че, а, Андрей? Андрюх, ты чего, а? Ты это, не отходи сразу. Я же тебя матери обещал вернуть. Ну, давай-ка. Дышим, 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 дышим. Давай, дыши, дыши, дыши. О, о. Прямо смотри, а. Рюкзак, елки, оставляй здесь, жалко. Ну, давай-ка, а. Давай-ка, давай-ка. Ты это. Тихо, тихо, тихо. Давай, ой. Мам, спасибо. Я всегда мечтал познакомиться с Чаком Норрисом. Ладно, мам, все, давай. Мы, походу, сейчас кирпичем голову бить будем. Какие кирпичи? Не вздумай. Пап, вот мне кажется, то, что, ну вот, видишь, красное для первого свидания выглядит слишком отчаянно. Какое еще свидание? С Ксенией. Из новостей.
Ну, думаю, этих женихов очередь. Неправда. Так, давай не будем нервничать, рассуждать логически. Она умная? Да. Красивая? Известная? Ну, значит, явно не одна. Нам просто надо познакомиться. И приехать к ней прямо на ТВ, в Останкино. Ты разве не знаешь, с кем встретишь ногу, с тем его и проведешь. Егорыч, так только в сказках бывает. То есть, ты не полетишь? Куда? В Москву? А пусть она лучше к нам. Ты что, трус? Так, закрыли рот, тему, кругом шагом марш. Ясно. Так, Хабаровск, Москва. До Москвы только через Новосибирск. Егор не испугался трудностей. Вот и Марина из Нижнего Новгорода тоже всегда находила выход из безвыходных ситуаций. Поэтому на роль Деда Мороза она позвала дворника Калмурата. Вы, главное, держитесь уверенно. Я все сама сделаю. У нас 2 часа 14 квартир. Все успеем. Пока я костюм ищет. Калмурат, а как по-таджикски будет Дед Мороз? Калату нога. Калату нога? Правда, что? А, я не знаю, я кыргыз. Калату нога. Вы молчите лучше, ладно? Ага. Пожалуйста. Были реки, и земля остыла, и чуть нахохлились дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносит меня, и уносит меня, сыр, и снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, и январь, и февраль. Открывайте! Это квартира Фроловых? Да не этажом ниже. Слушай, подруга, пожалуйста, я тебя умоляю, пусти в туалет, я сейчас умру. Ёлки, 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 ёлки. Будете уходить, дверь захлопните. Да, да, да. Спасибо тебе большое, выручила. А ты что не отмечаешь, идешь куда? Подумаешь, праздник. А-а. Ну ладно, с наступающим. Спасибо еще раз. И уносит меня, и уносит меня звенящую снежную даль. Так, дети, за мной все! Не отстаем, пошли! Не растягиваемся, не толкаемся! С Новым годом, это мои, мы в Новосибирск опаздываем. Проходим по одному. Посадочные талоны, подальше. Тихо, ну-ка, хватит! Тихо! Быстро, прошли! Проходим, проходим, пожалуйста, очередь. Проходите. Все, проходим. Это все сон. Так, сейчас я проснусь. Боря, а ты заметил, что у нас почти месяц чужие люди в квартире живут? Или это мне только кажется? Олечка, ну они же не виноваты, что у них такие несчастья. Какие несчастья, Боря? Один свою квартиру спалил, а его папаша свою затопил? Несчастье у нас, Боря. У тебя аллергия на собак, мне дышать нечем, я вообще умираю. Олечка, ну они пообещали, что они уже скоро съедут. Если они не съедут к вечеру, съеду я. Ой, ну сегодня же Новый год. Борь, ты что делаешь? Дядя Женя скажет, что если в туалете занято, то можно в раковину. Все. Ну... Я так больше не могу. Это ад. Здрасте.
Я к Евгению Николаевичу. Слушайте, ну я же просил сначала звонить, а потом уже приходить. У меня, между прочим, по записи. Да я вот никак козу подоить не могу. Сосцы жесткие. Вы попробуйте детский крем. Если не подойдет, тогда уже позвоните. Спасибо. Я тебе все объясню. Ну-ну. Я просто решил работу на дом взять. Ну-ну. Ну, ты же не против? Чего я туда-сюда в офис мотаюсь, да? Здрасте. У моей лошади задержка в развитии. И растет. Мальчик, у тебя пони. Иди домой. Давай, давай, давай. Ну, упряжься. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Сейчас. Ты не переживай, я сейчас за 2 часа долечу и все. Я же этот, айбай. Приди в себя, ты что кричишь? Здесь стойте. Не выходите. Это что? Боря, ну сам же плохо прикрутил. Да здесь все неосновательно. Куром насмех. Значит, послушай меня. Не, ну виноваты, да. Ну сейчас мы скотчем. Я хочу сказать. Ругать будешь? Хорошо, ругай. Давай я тебе помогу даже. Вот воздуху в грудь набери так вот и на выдохе. Я хочу. Так, я хочу. Дальше. Чтобы вы. Так, ну что, договаривай. Мы съехали. Прямо сейчас. Ты ёлки. Днем 31 декабря в Кировском районе города Хабаровск 9-летний Егор Орлов вышел из дома и не вернулся. На поиски ребенка ориентированы все патрульные экипажи и оперативные службы управления МВД России по Хабаровскому краю. Худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Слушай, а что тебе Дед Мороз на Новый год подарит? Я у Деда Мороза приставку попросил. Ну, наверное, как обычно, подарит энциклопедию. Теперь 4-й том. Угу, повезло тебе с Дедом Морозом. А мне вот приставку подарит. Ничего себе. Да, я бы за энциклопедию все отдал. И приставку тоже. Ну ты даешь. А давай махнемся подарками. Это как? Тебя вот, например, как зовут? Вова Машковцев. А я Егор Орлов. Давай теперь ты будешь Егор Орлов, а я буду Вова Машковцев. И чего? Ну, Дед Мороз же по именам разносит подарки, правильно? Не получится. Он что, дурак, что ли? Дурак, не дурак. Но в прошлом году телефон подарил. Ну что, меняемся? С погодой повезло. Юрий Семенович. Сдурел, что ли? Что так официально-то? Давай попроще. Юра, Юрий. Юрок. Можно Жора? А вы не могли бы мне пару уроков дать о жизни в лесу? А я все типа на видео сниму. Я этих приколов не люблю. А что прикол-то? В YouTube сольем, станете звездой, типа как Рэмбо. А говорил, не знаешь, кто это такой. Не, я не хочу. Дорогие телезрители, с вами начальник аварийно-спасательных работ по области Юрий Семенович Внуков. Награды надо? Про награды потом запишем. Бонусом. Потом запишем. Самое страшное в зимнем лесу – это медведь-шатун. Если встретил медведя-шатуна, его надо напугать громкими хлопками. На! На! Топотом. Криками. Можно песнями. А песни, ну, вообще, какого плана должны быть? Песни должны быть громкие, темповые, ритмичные. Например, «Я одинокий бродяга любви Казанова». Та-да-та-та. Я точно не помню. Надо злодей сердцеед. Вечный любовник и вечный злодей, вообще-то. Да медведь-то не пофиг. Залог точного метания топора – это правильная техника. Попробуй ты. Давай. Как учил. Пошел. Конечно, дуракам везет. Только один раз. Блин, рукоять после тебя скользкая. Не просто пей. Это возможность выжить. Потому что в них могут прятаться много
питательных личинок. О, моя хорошая, а? Это может спасти тебе жизнь. Не снимай. Смотри, например, идешь по лесу, вдруг увидел натовский разведотряд. А у тебя ни оружия, ничего, даже лопаты нет. Но в рюкзаке всегда на всякий случай маскировочная сетка. Смотри, раз, ты меня видишь? Вообще-то вижу. Возьми снегом немного, припороши, и уже ничего не видать, да? Вообще, реально идеально. Ха, глупостям не учим. Это называется финская свеча. В середине, внутри шишки и гнездо, предположительно дятла. Мужчина должен уметь разжечь костер с одной спички. Бензинчик. Так бывает. Камеру выключи. Не хотел выдавать всех секретов сразу. Но очень важный урок. Если вдруг промокла одежда, неважно по какой причине, здесь вас спасет космическое одеяло. Как им пользоваться? Важно, чтобы в каждой точке тела было как можно плотнее прилегание. Вот плотно, да? А, стой! Ничего, если вы настоящий мужчина, если вы прожили правильную жизнь, одеяло может не понадобиться. Куртка моя где? Я откуда знаю? Ты спрятал? Я ничего не прятал. Верни куртку, а. Эй! Еще один способ привлечения внимания вертолетов и поисковых бригад. Это не относится к поисковым бригадам, которые... Там, хоп, бой вступаем молниеносно. Понятно. Натовский. Из Пентагона? Причем здесь Пентагон? Тут турки из Пакистана. Они центр тяжести меняют. Это Пенджаб, понимаешь? Ты там бывал? Нет. А пацаны бывали. Я Егор Орлов, мне 9 лет. Зачем ты врешься? Скажи, дядя, как тебя зовут? Я Егор Орлов, мне 9 лет. Да нет, ну с ним что-то случилось, я не понимаю, в чем дело. Сейчас разберемся. Правда? Да нет, ну правда, послушай. Мне билет до Москвы. Взрослые нужны. А вы меня не узнали? Макарей Калкин, что ли? Спят твои соседи, белые медведи. Умка из Хабаровска. В точку. Отлично. Сейчас мы тебе поможем. Попался? Тут тебя все обыскались. Пойдем, отправим тебя назад к папе. Я не хочу назад. И нельзя. Мне надо дальше лететь к маме. Мне тоже много куда нужно. Я же не бегу. А почему? Вырастешь, поймешь. Знаешь, как иногда девушке трудно сделать первый шаг? Вы себя недооцениваете. Как же? Кто он, а кто я? А кто он? Грач. По имени Грач? Сам ты Грач. Денис. Плохо? Осторожно, ничего страшного, я сейчас вас... Не волнуйтесь, мы вас отвезем. У меня Audi Q7, новенький. Ну. Стоп! Лучше, спасибо, отдышался. Нет, нет, мы вас не бросим. Да нет, нет, мы сами, мы на машине. Спасибо, правда. Девочкам привет. Думал, рожу там. Держись, хозяйка. До роддома 40 минут ехать надо. Да нет, это я не по-настоящему. У нас еще дело есть. Чего вам еще, девушка? Открой, пожалуйста. Я у тебя там в туалете кое-что забыла. Оливье нет, но поесть придется. Да нет, ну что вы, не надо было. Перестань, нас самих угостили. Тебя как зовут-то? Юля. Правда? Надо же, мое имя любимое.
Юлечка, тарелки неси. Ну все, пойдем полиции сдаваться. Вам к нему нужно. Вы разве не знаете, с кем встретишь Новый год, с кем его проведешь? Да есть ему с кем встречать. Брюнетка такая противная. Подумаешь, брюнетка, вы посмотрите на себя. Красавица. Нужно встретить мальчика у вас в Питере. Видела про Умку? Мультик? Умка? Смотрела. Да не мультик. Мальчик из Хабаровска. Ну, встретим, не волнуйся. Ой, спасибо тебе большое, ага. Ладно, все, давай, пока. Так, смотри, в Москву мест нет, полетишь до Питера. Там тебя встретят и посадят на поезд, понял? Да. Все, давай. Спасибо. Пойдем. У нас чемоданов нет, так мы мусорные пакеты покидаем и свалим. Кстати, я забыл, у нас новогодние подарки для вас. Да нет, ну подарки-то не обязательно. Сынок, принеси. Мам, пап, на секунду. Соберитесь. Давай, это маме. Ну, это в 12 часов, конечно, должно быть. Ну, ладно, давайте сейчас. Мы все спешим за чудесами, но нет чудесней ничего, чем та земля под небесами. Под крышей дома твоего, под крышей дома твоего. Все вместе. Мир полон радости и счастья, но край родной милей всего. И так прекрасно возвращаться под крышу дома своего, под крышу дома своего. А домой чуть не будем, там много куплетов. Да нет, нам понравилось, очень трогательно. Да, Оль? Спасибо. Батя, теперь ты. Боря, ты знаешь, я как только первый раз тебя увидел, сразу почувствовал в тебе родную душу. В 1982 году к нам Магомаев приезжал. Я Женьку с собой взял. Вот по дороге мы купили случайно совершенно вот этот вот глобус. И на нем Муслим Магомедович первый раз расписался. Там вообще все звезды есть. Вот здесь у меня Сюткин. Вот здесь вот Круг. Михаил, я знаю, ты его любишь. Вот здесь Тальков Игорь Владимирович, Царство Небесное. Девчонки все из Бонни М расписались, кроме мужика, естественно. А из современных у меня здесь есть Билан. Я считаю, талантливый парень из Кабардино-Балкарии. Это вот Зверев, да? Да, к сожалению. Ложка дегтя. С Малежиком перепутал. Боря, этот глобус теперь твой. Я больше по концертам уже не хожу. Ты, я думаю, да заполнишь. И Африку, и вот Австралию. Будь здоров. Дарю. Сейчас, сынок, неси главный подарок. Это хлебница из березовой бересты. Будете в ней хлеб хранить. Ну, теперь уже магазинный. Наверное, целое состояние, да, стоит? Мы ее сами сделали. В смысле? Ну, так, всей семьей. Батя сам в Лисияр ездил за берестой. Ну, мелкий сам рисовал эскиз, а Оля с мамой бересту сушили, а я уж по ночам выжигальником это все доделал. В общем, с подарками все у нас. С наступающим! Может, подвести вас? Хорошо, что нашли Егора, думал папа Виктор. Плохо только, что в Новосибирске. Я Егор Орлов, мне 9 лет. Ну, конечно, я уверен, что это не мой сын. Я же вам фотографии высылал. А, сам дочистишь. Запомни, в скорлупу, в лесу, только в пакет, только в мешочек, чтобы дикие звери тебя по объедкам не нашли. Вот. На границе с Турцией или с Пакистаном? Да. Юр,
О, сколько лет, сколько зим. Категорически приветствую. Чего? Юр, мне помощь твоя нужна. У меня сын один в Москву уехал. Разыскивает телеведущую Ксению Ласточкину. Мне надо на нее как-то выйти. Телефон ее найти. Брат, так это надо не телефон баб пробивать, если сын пропал. А в полицию заявить? Да я первым делом в полицию заявил. Ну все, сиди ровно на попе, жди. Юр! Ну не знаю. Юра! Ну скажи ты, наконец, как тебя зовут? Я Егор Орлов, мне 9 лет. Ты достал уже! Да хватит уже, все! А чего вы не помогли-то? В чем проблема? Я про этого мальчика в новостях видел. Проблема в том, сынок, что в лесу каждый сам за себя. Алло? Алло, Ксения. Это Андрей, курьер. Я вам иногда цветы доставляю. А, Андрей, да, здравствуйте. А я не в студии. Я улетаю из Домодедово. Вы меня простите, пожалуйста, я вообще по другому вопросу. Вот тот мальчик из Хабаровска, видеоблогер, который маму ищет, вот он на самом деле сейчас к вам летит. Можно я ему, точнее, его... Папе ваш номер дам, они вас сегодня искать будут. Андрей. Нет, мой номер телефона не нужно никому давать. До свидания. Ксения. Слышь? Свистель. Наконец-то научился отшивать этих фанатов. Молодец. За нас. Отсядь уже. Снова здравствуйте. О, рецидив. Галина, опять что ли? Вывих, походу. У вас просто двери очень тугие. Это все моя хрупкость природная. Галя, это что такое? Это шутка какая-то новогодняя? Я тебя никому не отдам. Разве это... Не ты мне сказал. Ничего я такого не говорил, вы что? Я тебя никому не отдам. Очень трогательно. А вчера и сегодня отдал. Выключай давай. Пойду ключ искать. Она его в сугробе до весны не найдет. Алло, полиция. О, не, через озеро не пойдем. Справедливый вопрос, почему? По кочану. Первый объясня... посел! Стой! Ты че вообще? Оно верни! Оно назад! Эй! А у вас там в рюкзачке с собой случайно коньков нету? Дебил. А? На том берегу поговорим. Ага. Вот. Обожди. Капитан Киводолев по вызову прибыл. Ну, за что задержанные? Шучу я, шучу. Товарищ полицейский, у меня куча народу в коридоре. Можно нас как-то, я не знаю, расковать, что ли? А кто был инициатором приковывания? Ну, да ты б не спешил. Присмотрелся. Я вот по глазам вижу. Девушка добрая, веселая, песни любит петь, наверное. Что же мы так, мужики, от счастья своего бежим, бежим? Вы угощайтесь, конечно, да? Но нам бы ключ. Тём, вот я рыбалкой занимаюсь. Бывало, закинешь блесну. Ну, пустышка, блесна. Блестящая. На нее карп идет. А в другой раз червяка найдешь добротно. Сам бы съел. На него не клюет. Вы простите, что я вас прерываю, но нам работать надо. Дочка, ты меня прости. Вот ты ему не подходишь, ты газель. А он больше как
бобер. Тебе твой нужен. Козел там, зебр. Я по телевидению видел. Про бобров. Они так интересно. Это очень интересно. Вы будете наручники открывать, нет? Ну, так это же надо заявление от пострадавшего. Да это пожалуйста. Не-не-не-не, мы в отделение поедем оформлять его. Это часов до трех может занять. Понятно. Я за напильником. Да, я. Я тебе горюсь, так скажу. Насильно мил не будешь. Пап. Не папка, не дядя, с тобой еще дома поговорю. Украла наручники. Вот кто? Ну, ладно. Теплого хлеба и чистого неба. Вот мы и остались одни. Следующий, пожалуйста. Бэтч! Дядь Юр! Ау! Чё за... Пойдём-ка, я тебе пару уроков дам. Конькобежец! Ю-ху! Вообще-то больно. О, поздравляю, солдат. Хороший срез. С любовью к природе. Поздравляю. Мужчиной становишься. Спасибо. Куда едем? А я бы в Евпаторию рванул. Дурачок, там дожди. В Таиланд надо. Я тут список ночлежек смотрел. На Московском проспекте сегодня суп бесплатно. Ой, а можно сначала в аэропорт мальчика встретить из Хабаровска? Ну что, родная, давай за нас. Удачи нам родить в новом году. А у тебя кто, кстати? Мальчик. Здорово. А мне повезло. Ну давай за матерей. Пусть наши дураки тысячу раз пожалеют, что таких упустили. Мой вообще про ребенка не знает. Как это не знает? Ну, а зачем он мне? Он же сам как ребенок. В общаге живет, не работает еще. И вообще, женщина должна сама себя обеспечивать. Да ты что, правда? Да, это учение... феминисток третьей волны. Их идеология фокусируется на постструктуралистской интерпретации гендера и сексуальности. Зависеть от мужчин — это унизительно. Я сама справлюсь. Может, надо было рассказать, Юль? Глядишь, по-другому бы интерпретация-то пошла. Как зовут-то его? Леша Григорий. Юлечка. А где он живет? В общаге в университетской? Нет, я не знаю. А телефон у тебя его есть? Давай позвоним ему. Нет. Давай позвоним, Юль. Отстаньте. Надо сказать, Юль. Потом всю жизнь жалеть будешь, что не сказала. А это вообще не ваше дело. Вы со своим ребенком разберитесь сначала. Ты звонить будешь? Ладно, Юль, нам бежать надо. Вот, знакомьтесь, это Егор. Такой же бродяга, как и мы. Поехали с нами на ночлежку, Егорка. Я бы с радостью, но я не могу. На Москву надо. Я там мама. Ребят, а у вас, кстати, в Москве никаких родственников нет? Нет, Боря. У нас, кроме тебя, вообще родни нет. Друг в беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. А у вас в репертуаре других песен нету? Третий раз уже это поете. Вот завидую тебе, Егорка. Ты из дома убежал, а нам даже убежать неоткуда. Я вас к себе взял. Да боюсь, пап не разрешит. Знаем мы таких пап. Но у вас же должны быть друзья. У каждого должны быть друзья, которые помогут. Верно? У Егора кончились деньги на телефоне, и он не мог знать, что Ксения выложила в соцсети фото из Домодедово.
Егор! Привет, пап! Ну, наконец-то, ты где? Пап, я в Сапсане. Это такой поезд из Питера в Москву. Значит так, ждешь меня на Ленинградском вокзале возле комнаты матери и ребенка. Понял? Я прилечу и заберу тебя. Пап, мне нужно найти Ксению. Егор, ничего не получится. Она через несколько часов улетает из страны. Тогда в аэропорт. Какой аэропорт? Ты даже не знаешь, из какого аэропорта она вылетает. Ну, Домодедово? Что? Нет. Шереметьево? Нет. Внуково? Нет. Домодедово? Так, Егор. Понятно, Домодедово. Все, пап, встречаемся в Домодедово. Я буду с Ксенией. Все, пока. Егор! Жалко мне тебя, Андрюх. 18 лет, а ни черта сам не можешь. Чего? Я вообще-то школу золотой медалью закончил. Чем здесь это-то? Ладно, мы тебя поправим. Спасибо. Я уж как-нибудь сам поправлюсь. Чего ты там сам, а? Башкой будешь об дверь биться продолжать. С другой стороны, тебя понять-то можно, у тебя отца нет. Есть у меня отец. Какой там отец, а? Таких отцов топить надо в проруби. Мать тоже дура. Связалась с козлом. Во-первых, кто ж в спину-то бьет, а? Пацаны так не делают. Ударь меня еще раз. Ударь. Чего там? Покажи. Кровь можно легко остановить. Да пошел ты! Андрей! Че, дурак, не ходи в лес, заблудишься. Андрюха! Так, мажьте вот этой мазью 3 раза в день. В принципе, рука не должна беспокоить. До свидания. Денис Евгеньевич, а вас-то рука не беспокоит? Кать, ну как ты думаешь, мне это нравится, что ли? Нам нравится. За что? А я смотрю, ты не против втроем, да? Сделай так, чтобы она ушла. Галя, уйдите, пожалуйста. Как я уйду, Денис, ты глупости говоришь? Тогда уйду я. Нет, я с тобой. Ну и валите вы оба. Мы уйдем, но без нее. Ну как мы без нее тоже уйдем-то? Да! Она тебя все время бьет. Это на любовь не похоже. Галя, хватит меня гладить, да? Ради бога. Кать, постой, ну Кать. Галя, не тяните меня. У меня тут в кармане. Галя, помоги, а. Да куда ж ты руки-то? В штанах вы будете без меня ковыряться, понятно? Да. Кать, ну я ж тебя люблю. А я тебя нет. Не любит она тебя. Слушай, ты-то откуда знаешь, а? Вот ты нахрена вот это все придумала-то, дура, а? Ну ты посмотри на нее, посмотри на себя, ну кто ты? Я твоя бобриха. Ты наглая бобриха, иди строй плотину. Я хочу строить наш с тобой дом. Ага, вот. Я согласна. Вот здесь сейчас вся моя жизнь. И вот это дарят раз и навсегда одному любимому человеку, понятно? И ты к этому человеку не имеешь никакого отношения, понятно? Это не для тебя! Хотел сделать предложение, как у людей. Это просто самый лучший Новый год. Ну что, так и будем всю ночь впустую ходить? Я не понимаю. Тань, в том году это были нормальные рабочие адреса. Ты орёшь, я не меня. Ору. А, понятно. Вот кто наши заказики-то украл. Марин, ты зачем на работу вышла? Если ты себя не жалеешь, ты хоть ребенка пожалей. Заботливый какой. Между прочим, это и мой ребенок. Надо было раньше думать, когда с другими снегурочками бегал. А? Это кто? Это тут другая? Мы, между прочим, уже заявление в ЗАГС подали. Таня. Правда, что ли, Кирилл? Да правда, правда! Насчет денег мы сразу решили, что половину тебе отдадим. Ты на зверей-то не делай. Скажи! Что? Вот. А
Остальные заказы ваши. Дом 5 и дальше по улице. Счастья вам, ребят. Ну и правильно. А деньги потом занесем. Марин. Ну хватит, Марин, все, бери посох. Ну куда теперь нам ехать, хозяйка? Поехали в общагу университетскую. С Юлькиным парнем познакомься. А мы вернулись. Ты не волнуйся. Иди в комнату отдыхай. А мы сами все. Новогодний каравай! Пойдем, ребята! Я сплю, да? Почти. Куда? Здравствуйте, мне Леша Григорьев нужен. Знаю, зачем он тебе нужен? Нет, не знаете. Ничего вы не знаете. Я к отцу иду. Новый год скоро мне рожать, а он пропал. Пустите меня, пожалуйста, добрая женщина. Проходи, доченька. На четвертом он. Ага, спасибо большое. Всем привет. С вами Егор Орлов. Через час я прибываю в Москву на Ленинградский вокзал. Ну, я не знаю, мне каким-то образом нужно добраться. Нужно в аэропорт. Срочно. Салам, брат. А вы Лёшу не знаете? В этой комнате живет кто? Ты Лёха? Я. Привет, Лёх. Сын у тебя будет. Девушка еще это не я вас первый раз вижу. Да я тут при чем? Юля беременная. Юля, какая Юля? Рыжая, что ли? Сестра рыжая. Рыжая, это Оксана. Кто ее? Я не помню, честно. Не Юля, не пойдем, помню. Одевайся, вспомнишь. Девушка, шли бы вы отсюда. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ты че, Лёх? Включи музыку. Пойдем. Андрей, на лед не ходи! Там прососы! Андрей! Засосет! Не ходи туда! Провались! Андрюха, дед! Андрюха! Несет! Андрюха, не ходи! Держитесь! Назад! Я нормал! Держите! Тащи меня! За это нет времени, дядь Юр. Бежать надо. Бежим. А ты бы вот так смог в открытый космос? Смог бы. Тебе не кажется, паленым чем-то пахнет, а? Ну, как у вас дела? У вас что, там горит, что ли, что-то? Не, все хорошо. Отдыхайте. Может, мы однушку снимем?
у метро. Не, ну полторы минуты у нас точно есть. Потом уже не спастись. Давай, 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 быстрее, 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 паспорт! Привет! Васю! Давай! Давай! Форс-мажор, бой! Отвлекся я! Стоять! Теперь я! На! Уходим! А вы как узнали? Вы мой подписчик? Брат звонил. Кто в Москве не бывал, тот красоты не видал. Куда едем-то? В Домодедово. Ксения. Игорь, подожди. Ты помнишь мальчика из Хабаровска? Так. Ну, ты представляешь, он, оказывается, увидел меня по телевизору и сбежал. И в Москву полетел, чтобы меня найти. Ты смеешься, что ли? Я должна его увидеть. Я не понял, ты что, на нашу свадьбу лететь не хочешь? Или нам что, пока с твоей мамашей там лепесточки поразбрасывать, да фламинго погонять? Не смешно. Он же через всю страну летел. И что теперь? Скажи мне. Ксения Ласточкина. Вас разыскивает папа Егора, Виктор Орлов. Пожалуйста, подойдите к стойке информации в центре... Откуда он знает, что ты здесь? Ксения Ласточкина. Созванивались? Игорь, не начинай. Я не знаю, правда. Угу. Это, наверное, совпадение. Это совпадение такое, да? Типа Новый год? Чудеса случаются, Игорь, да? Игорь, прекрати. Он сына ищет. Мужчина, чемодан ставьте. Одну секундочку, можно? Извините. Ага. Ну, если сын, тут другое дело. Конечно. Я быстро. Да-да. Подожди меня здесь. Я жду здесь, стою. Я мигом. Иди. Ксения! Здравствуйте. 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 А вы папа из Хабаровска? Из Хабаровска. Заметно? Да, ой, нет, нет, я просто вас узнала. Ну, вы же теперь знаменитость. Вы уж извините, что я такой шум поднял. Я решил, что Егор с вами. Он, видите, опоздал. Только подъезжает. Ох, он, конечно, у вас смелый. У вас, наверное. Ну да. Увидел вас и сбежал. Да. Не то, что я. Ну... Вы бегите. Не ждите. Ну да, у меня же самолет. А вы им привет передавайте. Обязательно передам. Приятно было познакомиться. Да, мне тоже. А Виктор, кстати. Ксюша. Угадал, Егор. Руки у вас красивые. О! Здорово, папаша! Игорь, прекрати! Иди сюда, я тебя с ноги сойду. Подожди, мягкие они. Все, 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 успокойся. Извините, вы нас простите, пожалуйста. Все хорошо, идите, идите. Мне Егор надо дождаться. Игорь, зачем? А ты что, ты думаешь, ты им нужна, потому что они действительно понимают, кто ты? Что ты у нас хорошая, добрая, ты у нас лучшая. Нет, моя милая, нет! Ты для них звезда. Они тебя тупо хотят. Вот это правда. Спасибо большое. Брату привет. Ага. Жени жалем алей. Я здесь. Все, я больше не могу. Прости, пожалуйста. Прости, я... Ты меня прости, я никуда не полечу. Я не люблю тебя. Егор! Егор! Ты все неправильно понял. Подожди, Егор! Егор, стой! Папа, папа, помоги мне! Что? Он все неправильно понял. Что случилось? Ты же сам хотел. Папа, нам Хабаровск нужно. Новый год встречать.
кричать. Вы извините, я сам не понимаю, что... Ребенок. Там копагас нужно. Я понимаю. С тобой. Егор хотел, чтобы как в сказке новогодней, с первого взгляда на всю жизнь, ну... Мы с вами взрослые люди, понимаем. Ну, конечно. Папа! Чудес-то не бывает. Жалко, но не бывает. Да. Всем. Сегодня это мой последний выпуск в этом году. Мы же встретились. Вы красивая, хорошая, вы понимаете. Мы не нужны. Чудес не бывает. Ну вы же скорая помощь! Как через час-то? 40 секунд, схватка, 5 секунд перерыв. Хозяйка, третья схватка уже? Вы откуда знаете? Гинеколог, что ли? Это у меня в Бишкеке 6 детей, да. 40 минут она родит. До больницы не довезем. А до платной довезем? Довезем. Только нормальная машина нужна. Юлечка, потерпи, пожалуйста, не рожай. Мария Николаевна, это... Дыши! Очень нужна ваша помощь. Вы что, вы не родили до сих пор? Рожу. Обязательно рожу, клянусь. Только сначала Юле поможете? Живет тут рядом. Езжайте, мы вас догоним. Скажите, чтобы по контракту Марина Завьялова, это я. Я предоплату вносила. Переживай, я все найду. Сейчас я сумку с вещами возьму. Здрасте. Простите, а где Юля? Нету. Это я, Лёша. Я Лёша Григорьев. Не тот, с кем вы в общежитии разговаривали. Он тоже Лёша. Держи. Ага. Простите. Простите, я ничего не знал. Клянусь, она мне просто ничего не сказала. Ты сам-то куда пропал, умник? Я просто думал, что она меня бросила. Понимаете, меня все бросают и... Хватит ныть. Народу поехали, папаша. Ага. Ксюша! Ксюшенька, я сейчас приду. Привет! Что с тобой такое? Ну, тихо. Ну, пойдем, расскажешь. Ну! Лёшу не пускают без флюорографии. Как так? Знаешь, чтобы она тебя увидела хотя бы. Сказали, она на втором. Слушай, Лёша, лезь в ковш! Ты сможешь его на ковше до второго этажа поднять? Давай, завтра оплатишь роды по Латвии. Я дам. Давай!
Между нами память и туман, ты как во сне. Не бай! Ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне. Это не то окно! Поможет мне. Как встреча, так и проведешь. Сейчас. Пойдем. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам. Давай быстрее. Уже зовет меня в полет. Мой дельтаплан. Мой дельтаплан. Не без добрых людей мир. Она! Два крыла и ноги не идут. Кто двадцатки бегал? Давайте быстрее. Из десяти. Как раз у нас президент. А? Меня любовь оторвала от суеты. От суеты. Чемпион! Пусть людям крылья не дано, но так легко. Катенька! Меня прости. Рот закройте. Воздух не хватайте. Уже зовет меня в полет. Понятно. А почему ты без куртки? Подожди. А? А где? Андрей. Блин. Простите меня, мои дорогие. Что случилось? Ноги не идут. О! Катюш, ты чего на морозе-то, а? Ключ вам ищу. Вот. Это тебе. Это я тебе хотел. А ты говоришь, не лазай. Я же тебе хотел достать. Выходи за него и прости. Прости и выходи. Спаси и сохрани. Красивая. Размер не мой. Ну-ка дай. Кать, ты чего? Это же не мне, это для единственной и любимой. Это цирк какой-то, Кать. Оп, видишь, подошло. Это как в Золушке. Если подошло, значит, ты его принцесса. Катенька, это не смешно. Бобрёнок, да ты не волнуйся. У вас будет самая красивая запруда. Врубай Пугачёву. Я тебя никому не отдам. Разве это не ты мне сказал? Я тебя никому не отдам. А вчера и сегодня отдал. Ай! Звук сломался. Видимо, когда плазма падала. Чат! Уважаемые граждане России, дорогие друзья, через несколько минут наступит новый 2018 год. Как всегда, мы с волнением ждем этот праздник, загадываем желания, дарим друг другу подарки. Радуемся замечательной традиции встречать Новый год в семейном кругу. С родными для нас людьми и друзьями. Ну что ты выключил? Вроде хорошо было. Ну, понятно все. Я во всем виноват. Я все испортил. Марин! Там жильцы сказали, что Снегурочку рожать повезли. И я все бросил, побежал. Да это не я, это Юля рожает. Ну, слава богу. Напугала. Ну, ладно, беги, на заказы успеешь еще. Ты знаешь, Кирилл, я все проблемы хочу оставить в старом году. Пока. Марин, ну прости меня. Сволочь я, да, сволочь, запутался. Что-то совсем запутался. Скажи, что мне делать? Скажи, я вернусь. Да, Господи, да как же мне повезло, Кирилл. С чем? С тем, что ты от меня ушел. Это правда, это лучший подарок. Спасибо тебе. Тогда давай помогу. Ну, коляску надо купить.
памперсы там. Я феминистка четвертой волны. Я и себя обеспечу, еще тебе помогу, Кира. Кира! Кирочка! Кирочка! Ну куда ты побежал? Ну чего ты? Пойдем, мой Киренька. Пойдем, мой хороший. Ничего ты, ничего ты устроишь. Разбегался. Таня! Ты орехи ему только не давай кедровые. Аллергия у него. Сдохнет. Ладно. Да давай, давай. Все, поехали. Ладно, не раскисай. Подумаешь, не нашли ключ. Я домой хочу. Ну, скоро пойдем. Сначала к моей маме заедем, потом к твоей. Без вас. Я хочу одна. Я хочу отстегнуться. Я плохая. Я только всем все порчу. Я хотела себе счастья, а про вас не подумала. Она такая красивая была. Загорелая. Шоколадочка. А я плюшка. С изюмом. Уважаемые пассажиры, капитан корабля отключил табло «Пристегните ремни». Время в пути до Хабаровска составит 7 часов 30 минут. Ну давай поспи, устал же. Зря мы приехали. Ничего, не зря. Питер посмотрел, Москву. Прости меня, пап. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Ты у меня один. Ложкой снег мешая, ночь идет большая. Что же ты? Теперь тебе эту песню всю жизнь петь будут. А у тебя веселых песен на телефоне нету? Нет. А хочешь анекдот смешной расскажу? Идет вежливый ежик по лесу, а навстречу ему три богатыря. Здравствуй, Илья Муромец, здравствуй, ежик. Здравствуй, Алеша Попович, здравствуй, ежик. Здравствуй, Добрыня Никитич, здравствуй, ежик. Да, давайте. Я чайком. С Новым годом! Это ты еще на рыбалку со мной не ходил? Ну что, летом пойдем. Летом. Хотя... Подожди, не торопись. Еще неделька, и будем вместе. Юленька моя. До свидания, лошадь Алеши Поповича. До свидания, ежик. До свидания, лошадь Добрыня Никитича. Да, Добрыня Никитича. До свидания, ежик. Веточки прям прелесть. Запах этот еловый. Новогоднее прям настроение по всей квартире. Навстречу ему Али-Баба и 40 разбойников. Здравствуй, Али-Баба. Да пошел ты нафиг, ежик, и так опаздываем. Может, к нам поедем? Ну а что, я ремонт-то уже закончил. Я, конечно, хотел после праздников переезжать, но раз такие танцы пошли, может, сейчас прямо и поедем? Ну ты гад, а? Я сюрприз готовил. Ох ты гад какой, я готовил ну, сюрприз, радостный сюрприз. Вы можете жить сколько хотите, между прочим. Коммуналка попала. Сначала к моему папе заедем.
него ключ есть. Я как-то уже привык. Это она, мама. Мама! Я грею счастье внутри, не смотри, оно с тобою связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, не смотри, оно с тобою связано. Мне все про все рассказано. В гости к нам спешит. Праздник — это состояние анашинской души или состояние тела. Тут какой случай, пока жизнь не пролетела, чисто отмечай. Здесь главное начать, главное начать, хоть что-то отмечать, что-то отмечать. Начинаем отмечать. Даже Новый год, да, а не наступит по часам. Вот такой компот. Компот. А компоту нужно что? Водочки, графин. И не испортит Новый год нам никакой Минфин. Здесь главное начать, главное начать, хоть что-то отмечать, что-то отмечать.